В этой части видеокурса я расскажу о питании для красоты волос. Очень важно правильное питание, полезная, богатая пища белками, жирами, углеводами, витаминами и минералами. Потому что все полезные вещества наши волосы получают изнутри. То есть кровь приносит их к фолликулам наших волос. И уже в зависимости от того, достаточно или нет полезных веществ, наши волосы растут хорошо или плохо, выглядят здоровыми или такими тусклыми, болезненными. Все то, что мы втираем в корни волос, не доходит до фолликул, хочу вас убедить в этом. То есть какие-то витамины вы покупаете в ампулах, возможно, даже очень дорогие, пытаетесь их втереть как можно глубже, но пользы-то никакой не дает. Польза имеет, ну, польза будет разве что вот массаж, который вы делаете, от него будет та польза, а от этих витаминов, которые втираете, пользы никакой не будет. Так как кожа наша имеет уже очень большие защитные свойства, это ее предназначение. Кожа предназначена защищать наш организм от того, чтобы извне не могли проникнуть в различные вредные вещества. Но, к сожалению, то же самое происходит и с полезными веществами. В этой ситуации кожа также не пускает никакие полезные вещества внутрь. То есть вот такой замкнутый круг. Поэтому очень важно то, что мы едим. Питание очень важно для здоровья, для наших, и для красоты. И для красоты волос, конечно же, в том числе. Итак, из чего же должно состоять правильное питание для красоты и здоровья? Сейчас будем это разбирать. Очень важно это правильный питьевой режим. Мы, конечно, уже слышали, что вот там 2 литра в день, это мы должны все выпивать. Но это не совсем верно, потому что все мы разные. Кто-то из нас весит 100 килограмм, кто-то 50. Кто-то целый день трудится физически, таскает, не знаю, там мешки огромные, еще какие-то грузы, или целый день бегает, например. Другой человек целый день сидит в офисе, перекладывает бумажки. Я не говорю, что эта работа менее сложная, но дело в том, что физически человек затрачивает гораздо меньше усилий. Соответственно, и воды ему выпивать нужно гораздо меньше. Считаем, для на 1 килограмм веса нам нужно 30 миллилитров воды в день. 30 умножаем на 55 килограмм, допустим, возьмем 55 килограмм веса, и получаем 1650 миллилитров, столько, сколько должен выпивать в день человек весом 55 килограмм. Но учитывая, что этот человек не работает тяжелым физическим трудом. И это обычный день, не какой-то очень жаркий день, например. Соответственно, если человек занят тяжелым физическим трудом или в очень жаркий день, нужно выпивать 40 мл на 1 кг. Соответственно, 40 умножаем на 55, получаем 2, 200 мл. Так что вот это количество воды вы должны выпивать при тяжелой физической нагрузке или в жаркий день. То есть пить надо больше, соответственно, потому что в жаркий день мы теряем достаточное количество влаги. И чтобы восполнить, нужно больше пить. И еще очень важно учитывать, что вот 1,5 литра, допустим, в день или 2 литра в день вам нужно выпить. Это не значит, что вы утром выпили там, пол-литра, днем пол-литра, вечером пол-литра. Нет, конечно, питье должно быть равномерными, небольшими порциями в течение всего дня. Бутылочки с водой положите в сумочку, в машину, поставьте на рабочий стол. В общем, так как везде, где выпиваете, поставьте небольшие бутылочки или стаканы с водой. То есть вы пришли, к столу, к рабочему сели, на стакан увидели свою чашку красивую, выпили. В сумочку залезли, там на бутылочку наткнулись, водичку попили. В машину сели, бутылочку увидели, снова попили. То есть ну, таким образом, чтобы все время водичка была перед вами, вы таким образом будете помнить о том, что нужно ее отпить. Если, конечно, у вас не будет на виду воды, то вы и помнить не будете об этом. То есть это нужно время, привычка, чтобы образовалась. То есть какое-то время вы, конечно, будете помнить о том, что нужно попить, даже если вы не видите эту воду. Но нужно время, чтобы образовалась привычка все время пить водичку. Чтобы не было такого, что вы весь день не пили, забыли про это, пришли вечером домой, вспомнили, а, да, я же все это время не пил. И срочно пытаетесь нагнать, срочно выпить там эти литр, допустим, дополнительные, которые вы не успели выпить за весь день. Так тоже делать нельзя. Если вы не выпили достаточно в этот день, не надо увеличивать резко дозу выпитой воды за вечер, за несколько часов. То есть это тоже не скажется благотворно на вашем организме, на вашей красоте завтра утром, возможно, даже. Поэтому мы помним, что пьем небольшими порциями. Вот примерное количество воды вы себе рассчитаете.
и будете выпивать. Именно такой режим не позволит вашему организму обезвожить.